как же я устал, надо пойти поспать. Дом починил, все хорошо. Вот интересно только, куда этот шогат пропал. Спокойной ночи. Случилось. Я что-то чувствую, что-то рядом. Пойду проверю обстановку. Так, что-то было. Я чувствую. Стоп. Почему здесь земли красные? Что происходит? Похоже. Что ты такое? Так, нельзя подходить близко. Что ты такое? Похоже, блин, это та самая тварь, которая помогает шоготам. Вот, она меня... Она, по-моему, слепая, она меня не видит. Она меня видит. Не знаю. Я ее вижу. Я вижу. Так, срочно нужно что-то делать. Так, я как раз припас кое-что. В данной ситуации есть только один выход. Нужно драться. Где-то я здесь закопал очень могущественный артефакт, который продала мне одна старуха. Так, здесь. Так, Стар Платинум или Заварда? Заварда или Стар Платинум? Возьму Заварда. И каменную маску тоже. Так. Ну что ж, активируем. Заварду! Ну что ж, Заварда, пойдем. Думаешь, это тебя спасет? Заварду! Сдавайся, Чигород! Мы справились. А теперь уничтожим этих тварей. Победный танец. Спасибо тебе, Заварда. Ты отлично справился. А теперь я пойду отдыхать, потому что уже дождь собирается. Надо возвращаться. Жалко, что старый платину мне удалось реализовать. Ну ладно, будет у меня еще возможность. А Заварда, Чигарота завалил на изи. Так. Что? Сундук? Ты победил Чигарода, но все еще впереди. Я не дам тебе спокойно жить на этом свете. Ты убил шоготов, а они очень ценные воины. Я отомшу тебе, и тебе лучше менять место жительства. Рехавард. Блин, кто такой Рехавард? Если он мне угрожает, он значит сильнее Чигарода. Ну ничего, подготовимся. И в этом нам поможет Заварда.